Христос воскресе, дорогие братья и сестры. Всех вас приветствую, желаю доброго вечера. И наконец-то мы с вами встретились в библейском эфире. Сегодня у нас 21-я уже библейская неделя 2-го года обучения. Сейчас подождем минуточку-другую, пока все присоединятся, и начнем. Еще раз со всеми поздороваюсь, да, для записи на YouTube. Вот. Эфир, конечно, будет доступен, но лучше смотреть онлайн, потому что онлайн можно задать вопросы. Вот. И онлайн мы, конечно, с вами можем участвовать совместно в обсуждении. Сегодня у нас будет книга Судей, будет послание апостола Павла к Салунинам или к Фессалоникийцам. Это одни из самых древних посланий. Вот. А ответ на вопросы только в согласии с контекстом заявленным. Вот, если вы не в теме, читайте группу библейского движения, в которой у нас уже 2 года существует, и в которой мы вместе изучаем Священное Писание в том порядке, в котором мы планируем заранее. У нас есть целый план прочтения Библии в течение года. Вот. Так что можете вместе с нами прямо снова в здании присоединяться. Да. Ну, у нас уже вот сколько, 8500 человек. Да, 1500 в активе, написано уже более 1800 эссе, то есть все участники, они сами уже начинают миссионерствовать в социальных сетях. Вот, то есть таким образом наше движение, оно потихонечку с Божьей помощью растет. Понятно, что это интересно не для многих людей, потому что для большинства людей батюшка нужен, чтобы отвечать на вопросы, причем на одни и те же. Да, но те люди, которые действительно хотят знать ответы на вопросы, они изучают Священное Писание. Да, это я вас похвалил, библеисты. Вот, так что я очень рад, что мы вместе с вами, да, находимся. Да, еще раз говорю, кто не в теме, тема эфира прикреплена. У нас эфир сегодня библейский, и мы говорим про вопросы, которые я давал на прошлой неделе, связанные с 21-й библейской неделей. Вот, собственно, я думаю, все, кто хотел, пришел, все, кто не хотел, уже спит. Давай, Маша, включай. Христос воскресе! Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами разбираем книгу Судей 21-й библейской недели и рассматриваем послание апостола Павла к Фессалоникийцам. Первый, вначале, с чего стоит начать, я думаю, с того, что вообще рассказать немножко про эпоху Судей. Это век эдак 13-9 до нашей эры, после того, как земля обетованная была, собственно говоря, завоевана. И Иисусом Навином мы специально эту книжку пропустили, потому что у нас был целый месяц перерыва, и, так сказать, чтобы нам не задерживаться, краткое содержание книги Иисуса Навина будет в группе нашего библейского движения. А сегодня мы будем читать с вами книгу Судей, ну, вернее, отдельные моменты. Вот. Это эпоха книги Судей, да, которая описывает время такое достаточно смутное. Как сказано, когда у него не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. В общем, кто был, что гораст. Не было еще царя, не было вот уклада общественно-политической, то есть все только еще устаканивалось. Вот. После смерти Иисуса Навина люди, они как бы остались вот неприкаянные, ни с чем. И, естественно, между коленами стали возникать различного рода разделения, люди уклонялись в идолопоклонство. Вот. И это, естественно, ослабляло народы политически, нравственно и духовно. То есть эти культы Ваала, Астарты, идолопоклонство стали возникать. И те обычаи народов, которые окружали вот, всех вокруг, они постепенно стали возникать и в израильском обществе тоже. Вот. Приблизительно, сколько мы знаем, сколько было людей в то время, это где-то 600 тысяч человек, которые вот вели кочевой образ жизни и уже перешли к оседлости. Значит, кто такие были судьи? Судьи или шафтим, да, по-еврейски. Это не, знаете, не те судьи, которые вот сегодня сидят у нас и вершат трибунал, да. Имеется в виду, скорее, они были как вот лидерами народа. То есть они были общественными деятелями, наверное, и военачальниками. Но они не были царями, то есть их дети не имели наследственных прав. Вот, и они не обладали народом, то есть они не могли издавать какие-то законы, которые, значит, были общеобязательны. Но они были провозвестниками воли Божьей, поэтому в какой-то степени их судебные полномочия, они сочетались с пророческими полномочиями. Судьи, конечно, были разные, среди них даже были женщины.
когда говорят, что вот религия, она, значит, немножко имеет какой-то момент дискриминации, это не совсем так, потому что вот мы видим, что среди судей, среди избранников Божьих были даже женщины. И многие из них заняли такое серьезное место в истории и Ветхозаветной церкви, и христианства. Да, ну, главная цель служения судей была в том, чтобы приводить народ к покаянию, избавлять от угнетения и притеснения. То есть они были таким помощником Господа. Вот. Ну, а вторично они уже управляли народом, да. Хотя в основном функции управления принадлежали старейшинам, да, затем возникнет Синедрион, вот этот вот, да, знаменитый. Но главное первоначальное значение – это восстановление богопочитания и избавление Израиля от врагов. То есть общественная и такая военная деятельность воедино. А судебная, она уже как бы вторична. Потому что для этих вещей, там, каких-то мелких, там, уголовных, там, да, или каких-нибудь преступлений, например, или там споров, к примеру, там, каких-нибудь земельных участках, там, или вопрос касательно чьей-нибудь жены, там, изменила, не изменила. То есть все эти вещи решали старейшины. Судьи, они как бы все-таки были рангом повыше. Вот первый вопрос был достаточно интересный. А почему Израиль после Ханаана все-таки впал в идолопоклонство? Казалось бы, вот земля, где течет молоко и мед, которые дал Господь, почему, значит, не стоит уже, сказать, успокоиться, да, и поверить единому Богу, который привел вас сюда. А вместо этого вот израильтяне возвратились к тому, с чего начинали. Да, об этом было предсказано еще в книге Бытия в 15 главе. Написано: «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». То есть обратите внимание на причину, вот, по которой израильтяне истребляют ханаанские народы, их беззакония. Вот так вот. То есть Господь повелевает израильтянам идти и завладеть Ханааном, истреблять народы, потому что те народы впали в беззаконие. Ну и время было благоприятное. Там происходила битва за Междуречье. Вот. А Египет в это время уже ослабел. То есть, в общем-то, собственно, вот эта земля обетованная, она, в принципе, ну, не то чтобы была никому не нужная. Но у других народов были дела поважнее. Поэтому израильтяне, собственно говоря, вот такое небольшое кочевое племя смогло захватить эту землю. То есть выпал такой благоприятный период, явно вот по Божьему промыслу. Вот после смерти Иисуса Навина, конечно, спрашивали, кто из нас пойдет на хананеев и будет с ними воевать. То есть все привыкли, что есть военачальник, Моисей, там, да, Аарон там, или Иисус Навин, который ведет народ. «И сказал Господь: Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его». То есть Израилю пришло время, наконец, избрать нового вождя, который возглавил бы их впереди. Это стало колено Иудина. И мы в этом видим, конечно, прообраз об Иисусе Христе. Да. Естественно, ветхозаветное, древнее. Вот. Что происходит дальше? Вот. «Приходит ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал: Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек». То есть приходит ангел Господень. То есть именно тот ангел, который в нашем современном понимании, как он выглядел, мы не знаем. Но, вероятно, был, имел облик человека. Потому что нужно было как-то ему разговаривать с людьми. И мы часто понимаем, что не всегда, вот мы сейчас будем дальше с вами судьи читать, например, там Гедеона, а не всегда люди сразу понимали, что беседуют с ангелом. То есть, ну, естественно, ангел не пугал людей, то есть он не являлся на иконе, как вот на иконе изображают, с крыльями, да, он являлся в виде светлого юноши или просто в виде путника какого-нибудь, а потом уже открывал свое истинное божественное происхождение, да, с небес. Вот. Что говорит ангел? «Не вступайте в союз с жителями земли, то есть жертвенники их разрушьте. Но не послушали гласа моего, что это вы сделали, и поэтому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». То есть, видите, за то, что люди не послушали, Бог лишает их духовной защиты. Духовной и военной в том числе. И после этого, так как люди впали в идолопоклонство, они отвернулись от Бога вновь, а мы знаем, что евреи делали это очень часто, когда шли по пустыне, Господь говорит, что я оставляю вас без духовной защиты. То есть поймите, собственно говоря, то есть на что боролись, короче, да, на то и напоролись. Ангелы и сейчас тоже являются. К вопросу, почему сейчас ангелы не являются. Ну, откройте жития святых, довольно часто ангелы являются. Начиная с момента Благовещения Пресвятой Богородицы, ангелы до сих пор присутствуют в человеческой истории, я уже молчу про ангелов-хранителей. «Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. От сего места то называется Бахим. Там принесли они жертву Господу».
Сыны Израилева делали злое пред Богом, поэтому Бог предал их в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, а сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. То есть им пришлось обороняться, да, на такой степени, что они покидали свои селения, города и укрывались в пещерах. То есть там, где было сложно идти, там, где было сложно добраться. Вот мадианитяне их сильно притесняли. «Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян». То есть вот лишил здесь и духовной защиты, и военной от Бога тоже. Вот, собственно говоря, причина, по которой, да, значит, люди впали в дальнейшее идолопоклонство. То есть вот причина, да, сыны Израиля стали делать злое пред очами Господа, и предал Господь в руки мадитян на 7 лет. То есть вот такая вот первая Божья кара. Да, но Господь не оставляет свой народ. И второй вопрос у нас был о чем? О том, что, значит, перечислить судей Израиля, главные события их в жизни. Вот даже если вы не читаете с нами Библию, вам будет интересно просто вкратце ознакомиться с теми судьями израильскими, которые жили в те времена. Значит, я буду называть в двух названиях книги «Судей» по-еврейски, да, так как она идет в еврейской Библии, так как она переведена на греческой. В греческой Библии, я думаю, все помнят, знают, что есть несколько переводов Священного Писания. Вот. Ну, мы начнем с Гафаниила, да, первый из судей, который был упомянут в 3 главе, у которого в молодости участвовал в завоевательных операциях, захватил Двир. Он выступает тоже как первый борец с угнетателями и самый первый из серии таких харизматических вождей-избавителей, то есть судей, да, наделенных еще и пророческим даром от Бога. Был еще такой судья Аот, о нем говорится дальше. Он боролся с моавитянами, даже убил моавитского царя Эглона. Вот. Протрубил, значит, в шафар, да, что, по-видимому, было условным знаком для захвата израильтянами бродов через реку Иордан, и это предотвратило дальнейшую угрозу со стороны моавитян. То есть применил такую военную хитрость, дал сигнал в нужный момент, то есть прославился еще и как полководец. Вот. Ну, еще есть очень известные судьи, Девора и Варак, о них мы в третьем вопросе будем говорить, но я сейчас, забегая вперед, немножко расскажу, да. Вот. После смерти Аода северные колена Израиля были порабощены царем. Хацор-Явин его звали, его военачальником Сисрой. Вот. Пророчица была такая женщина, Девора, да, пророчица, она была в то время судьей. Вот она призвала Барака. Или Варака, да, из колена Завулонова, для того, чтобы он пошел воевать. Женщина же не могла вести войск в то время, поэтому она призывает мужчину. Вот. И начинается война израильтян с таким мощным войском. Конечно, основную силу этого войска составляла именно конница. Вот. Однако израильтяне по приказу пророчицы, они атаковали противника на болотистой равнине, где колесницы увязали в глине и нанесли врагу сокрушительное поражение. То есть, видите, женщина обладала военной смекалкой. Вот. От Бога ли это было, ли от нее, сложно сказать, но, скорее всего, Господь ей помогал. В книге приводится даже победный гимн, песен Деворы, можете почитать, если это интересно. Один из таких древнейших образцов стихотворного жанра в Библии, замечательно, еще составленный женщиной. Вот. Был еще такой судья Гедеон. Вот ежегодные набеги мадианитян, которые были наказанием, да, за то, что израильтяне забыли Бога, побудило народ выбрать судью Гедеона. И он вот во главе отряда из 300 человек всего лишь совершает такой дерзкий ночной набег и обращает врага, значит, в бегство, в ужас. То есть что там произошло, непонятно, но вот то ли израильтяне были настолько рассвирепевшие, то ли Бог израильский был с ними, навел страх на врагов, а так что все они в ужасе и страхе стали разбегаться среди ночи. То есть, ну, вот сыграл эффект неожиданности. Вот. Его даже хотели сделать царем, но он отказался. Сказал, что только Богу принадлежит право управления над Израилем. То есть, видите, в Израиле существовала когда-то теократия. Когда говорят, например, что только монархия – это богоустановленная власть, это неправильно. То есть, если мы посмотрим на историю израильского, да, общества, изначально Бог сам руководил своим народом. То есть, была теократия, а судьи исполняли его волю. То есть, они, по сути, несли пророческое служение.
Оно в какой-то степени, конечно, сохранилось при царях, но вот, по большому счету оно было уже не то, что раньше. Потому что все-таки царь – это царь, да, царь – это хозяин, это господин. Ну, мы про это дойдем с вами потом дальше. Значит, был еще такой судья Авимелех. Авимелех. Он был сыном Гедеона от наложницы, он, сговорившись с родственником матери, убил всех своих братьев. Ну, мы про это сейчас тоже поговорим отдельно. Он оставил только одного брата Иотама своего, или Иофама, который предрек ему и, значит, и всем его сподвижникам кару Божью, что в дальнейшем, собственно, и случилось. Вот. Но он правил действительно 3 года, а пока жители Сихемы не восстали на него. И хотя ему удалось подавить восстание, но он был смертельно ранен камнем в голову во время осады Тевеца. То есть, в общем-то, дни закончил бесславно, несмотря на то, что проявил такую вот инициативу с своей стороны. Да. Ну, мы сейчас про это тоже поговорим. Был еще судья Иефай замечательный, был еще, конечно, судья Самсон, самый знаменитый. Да? Но я не буду забегать вперед и все, наверное, рассказывать. Вот, я думаю, можно самим открыть Библию и почитать. Были еще малые судьи, про которых буквально упоминается несколько слов, такие как Самигар, Фола и Аир. Они уже были после Авимелеха и до судейства еще Ифтаха. Вот. Ну, теперь давайте немножко по подробности, да. Вот на третий вопрос я, собственно говоря, ответил, да, про Девору, про Ода и Ефая немножко рассказал вам. Вот. А четвертый вопрос про Гедеона. Давайте остановимся, чтобы не занимать много вашего времени. Вот. И наш эфир был интересный. Как был призван Гедеон и в чем причина его нерешительности? Вот это очень интересный вопрос, он такой духовный вопрос. Мы ведь сами тоже в духовной жизни иногда проявляем, ну, страх. Нам все кажется, что мы сделаем не по воле Божьей. Вот, сегодня у нас с матушкой вот годовщина, и многие из вас писали, значит, о том, что вот, не могу найти себе половинку, как понять, как послал, Господь послал или не Господь послал. И вот мы на истории Гедеона видим тоже, что даже судья израильский может пребывать в такой некой нерешительности. Вот. И мы сейчас разберем, почему. Вот в 6 главе книги Судей сказано: «Пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян». Вот те тяжелые времена, когда жить выбегали в пещеры, в горы. Да? «И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный». То есть, ну, про ангела мы уже немножко поговорили, да, значит, что дальше происходит? Мы понимаем, что ангел является обычным бедняком, понимаете, то есть об этом говорит род занятий Гедеона, то есть он был обычный бедняк, то есть можно понять, почему он проявляет такую нерешительность. Он был из простого сословия состоял, то есть он не был каким-то именитым, знатным там рода, да, вот, но тем не менее Бог избирает именно его, то есть для него, конечно, это неожиданность. Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это?» То есть, естественно, вопрос, который возникает у человека: «Господи, за что? Да, почему? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам наши отцы, говоря, из Египта вывел Господь? Ныне оставил нас Господь и предал в руки мадианитян. Господь, воззрев на него, сказал: иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Что за сила у Гедеона была? Вот, пишите в комментариях, что за сила была у Гедеона, про которую говорит ангел. А мы пока продолжим дальше, чтобы вы тоже участвовали в разговоре. Конечно, Гедеон, то есть, видимо, сомневается, да. И в ответ на призыв задает еще больше вопросов ангелу Господнему. Говорит: «Господи, как я спасу Израиля? Вот я и племя мое в колене Манасином, самое бедное. И я в доме отца моего младший». То есть вообще просто без вариантов, да, быть вождем. «И сказал ему Господь: я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Интересно, да? Вот. То есть действительно возникает такое противоречие. Помните, когда Христос тоже пришел, еще говорили, может ли пророк прийти из Галилеи, из Галилеи может ли быть что доброе, вообще, когда придет Христос, никто не будет знать, откуда он. То есть, так, тоже такие речи существовали, понимаете? То есть, хотя, смотря сколько времени прошло, и была история с Гедеоном, да, когда пришел Христос, то же самое звучало. То есть, видите, мы же все люди, мы не меняемся. Когда мы начинаем там говорить про прошлое и как-то его идеализировать, на самом деле это неправильно. Потому что люди на протяжении всей человеческой истории поступали одинаково. Ну, просто грехи, они одни и те же, страсти одни и те же. И неважно, в какой эпохе ты живешь, просто возможности их реализации разные. Вот. А так, по большому счету, все мы с вами одинаковые. Что раньше были люди, что сегодня, поэтому думать, что там, не знаю, раньше были крепче, святее как-то или духовнее, это, наверное, не совсем правильно. Потому что раньше страсти были одни и те же и действовали в людях так же, как и сегодня. Да и методы борьбы тоже были те же самые. Вот. Ну, дальше давайте почитаем, да. Где он говорит:
Если я обрел благодать, то будь здесь, и я хочу, значит, принести тебе жертву. То есть жди меня. Вот так, то есть решил проверить. Вот. И он, значит, уходит для того, чтобы приготовить козленка, пресноков. Мясо берет в корзину, горшочек берет с собой. Значит, возвращается, ангел находится, он все это возлагает на жертвенник. И, значит, что происходит дальше? Ангел, конечно, есть не стал, потому что ему это не надо. Он простирает конец жезла, и все, что было, значит, на этом жертвеннике, выходит огонь из камня и поедает эту жертву. То есть Господь принимает эту жертву Гедеона, несмотря на его нерешительность. Да. Несмотря на такое испытание. То есть понятно, ну человек как это, вот у нас включается такой рационализаторский момент. То есть мы как бы не доверяем Божьему промыслу в каких-то моментах, да, например, приезжает человек в святое место с кем-нибудь, если он как бы не особо воцерковлен, он там, а это вот так вот там начинает думать, а вообще правда это или нет, там видит мощи, сомневается, там видит мироточение, сомневается, там слышит историю там какого-нибудь древнего святом, сомневается. То есть это вот свойство нашей природе, мы все подвигаем такой критике. Это, конечно, хорошо иметь критическое мышление, да, но есть какие-то вещи сверхъестественные, которые нужно просто принимать на веру, и в котором нет места критики. Но если человек только немножко либерально мыслящий, то, конечно, он ко всему этому будет относиться довольно скептически. Вот. Ту ночь сказал ему Господь: возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы. И возьми второго тельца и принеси его всесожжение. То есть он говорит ему: разруши жертвенник. То есть вначале Гедеон, да, испытывает веру Богу, теперь Бог испытывает веру Гедеона. Вот, говорит, иди, говорит, разруши жертвенник Ваала. То есть начни с чего-нибудь хотя бы, с маленького начни, да? Ну, дальше мы видим, что как бы не все после этого обратились, только малая часть народа. То есть эффект не был такой, может, на который Гедеон рассчитывал. В то время, значит, что происходит? Мадианитяне, уже язык заплетается под вечер. И жители Востока вместе собрались, перешли реку и, собственно, стали станом на израильских территориях, как они обычно это делали. Дух Господень в это время объял Гедеона. От его трусости не осталось ни следа. Он берет, значит, трубу Господню, начинает трубить в нее и посылает послов по всему колену Манассину, по своему. И оно вызвалось идти за ним, потому что он был один из них. Да, то есть он не решается всем отправить послов. Враги, видя, что собрались в этом месте, конечно, они тоже не сидят, сложа рука об руку. Но мы дальше видим, что Гедеон вновь проверяет Господа, расстилает шерсть, да, ждет, чтобы там роса, значит, появилась на этой шерсти. Вот, да, то есть дальше проверяет. Вроде казалось бы, его уже люди послушались, да, жертвенник разрушил, он все равно проверяет Господа дальше. Вот. И знаете, я вот про промысел Божий, да, и про доверие. Небольшую подборочку хотел вам, значит, зачитать. Это будет ответ, кстати, на вопрос про почему детям даются болезни, да, за грехи родителей или нет. Ну, сейчас про это подумаем, да. Ну, мы сейчас поговорим про промысел, не про наказание. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Вот еще Соломон говорил. В послании к Ефесянам апостол Павел писал: кто действующий в нас силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем? То есть такой вопрос, да, к нам с вами. Кроме того, вот апостол Иаков говорит: не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. То есть Бог, он не желает зла людям, понимаете? Болезнь и смерть – результат грехопадения, а не из-за того, что Бог там убивает других людей. То есть это как бы, ну, это чисто такая атеистическая наивная концепция, и, знаете, надо бы уже вообще-то про это знать самим, потому что плохо оставаться на одном и том же уровне. Вот плохо, знаете, когда уже мник примелькался, и люди приходят одни и те же, каждый раз задают одни и те же вопросы, причем разным батюшкам, видимо, сами не хотят разобраться. Поэтому вы, если задаете вопрос, вы как-то для себя ищите сами тоже ответ. Потому что если вы будете просто спрашивать, оно будет в одно ухо влетать, другое будет вылетать. И вы никогда не найдете этот ответ, пока ты сам в себе не разберешься. Вот я для того вам Библию и читаю сейчас, для того, чтобы вы сами задумывались и сами для себя разрешали это противоречие, которое возникает. То есть от Бога все, что исходит, да, это совершенный дар, понимаете? Он больше всего о том, чем мы просим или что мы помышляем. Он не приносит человеку никакой печали.
Вот. Идет ли речь лишь о данном моменте, там, или о каком-то недолгом периоде времени, там, или о каких-то планах на будущее. Его дар всегда совершенен в любое время и для любой цели. Вот. А напротив, все исходящее от дьявола, оно рано или поздно приведет к другому результату. Поэтому по результату можно и судить, от Бога это было или от дьявола. Если человек задумал доброе дело, например, а все вот закончилось очень плохо, да, значит, скорее всего, что это было не от Бога, а от дьявола. Вот. Даже Иоанн Златоуст писал, что в мире будете иметь скорби. Да? Вот. Но даже и подвергаясь гонениям, всяким притеснениям, мы все равно с вами остаемся, не будем лишены Божьей поддержки и утешения, сопровождающих тех, кто следует за ним. Это у нас никто не может отнять. Да. Есть фильм «Хижина», вот тут пишет в пример, значит, очень необычная трактовка Бога там. Да, я смотрел этот фильм, я вам скажу, что он меня не удовлетворил ни с точки зрения библистики, ни с точки зрения богословия, потому что библейский Бог не такой, как в этом фильме представлен. В том фильме представлен такой либеральный божок. Да, то есть чисто такой гуманистический Бог, который создал, значит, современное общество. Бог, который только любит, а который никогда не наказывает. То есть такой Бог, по большому счету, промыслителем не является. Даже когда этот фильм смотришь, там такое ощущение, что вот Бог вроде бы он есть, да, вот, вроде все в плюсе, но там, где минус, его нет. То есть вообще. Вот, то есть, ну, почему такое вот чувство возникает, да? То есть даже после просмотра этого фильма легче, собственно говоря, не становится. Особенно если ты столкнулся с какой-то бедой, проблемой. Легче не становится, потому что там нету юридических терминов, они избегаются. То есть там термин наказания, например, что Бог наказывает, там этого нету, понимаете? То есть у них в этом фильме Бог не наказывает. Хотя если мы Библию откроем, вот Ханаан Бог очень даже наказывает. А там все так вот, ну, так очень слащаво представлено. То есть, ну, кто это к Богу, совершенно не имеет никакого наказания. Когда, знаете, говорят, что Бог не наказывает, а Бог там это научает, да, вот, там, или как-то врачует, там, или просто ограничивает пределы распространения зла, вот, в мире. Ну, вообще-то написано, как бы, сжег Содом и Гоморру, в общем, за беззаконие, там, Бог разгневался, там, и сжег. То есть, вот эти вещи, которые сегодня многие называют антропоморфизмами, они на самом деле в Библии присутствуют, и мы видим в Библии личность Бога, понимаете? Если мы лишаем Бога судебных полномочий, говорим, что Бог там не наказывает, только всех любит, значит, то мы в такой ситуации просто, ну, идем против Слова Божьего, которое он оставил, это раз. Во-вторых, мы, получается, верим в какого-то другого Бога, выдуманного, вот, например, как в этом фильме. Ну, может быть, для человека, который оказался в сложной ситуации, этот фильм будет полезен как утешение. Вот. Но все-таки не забывайте, дорогие мои, что духовно-нравственное толкование, конечно, хорошо, хорошо, да, но главные богословские принципы знать нужно. Нужно знать, понимаете? Иначе в полемике с атеистом вас просто уделают. Попробуйте атеисту сказать, что Бог не наказывает. Он в лицо засмеется. И приведет вам кучу примеров того, как Бог наказывает. И вы ничего не сможете ему сказать. Если смотрели, например, диспут Познера с отцом Максимом Козловым, он спрашивает у него, зачем там Бог ожесточает сердце фараона. Там конкретно вопросы идут. И отец Максим хорошо отмечает, грамотно, но он не использует юридизмы. То есть он не может признать, что Бог наказывает. Почему-то. То есть я вот сижу, смотрю, я не понимаю, например, этого. Хотя в Библии конкретно говорится, что наказывает. То есть юридические термины не используются в Священном Писании, и избегать их нельзя, и это преступно и ошибочно, потому что это Божье Слово, в конце концов. То есть как бы это не какая-то отсебятина. Ну, а интерпретация, как оно известно, можно, конечно, как угодно интерпретировать, но с фактами не поспоришь. Содом и Гоморра, Ханаан, Египет, фараон. То есть мы видим реально Божью кару, Божье наказание. В конце концов существует ад. Да? Несмотря на то, что Христос сокрушил врата адова, да, и мы по вере, без дел каких-то, без каких-то заслуг, там, да, без каких-то кровавых жертв, мы просто входим в рай, если мы раскаиваемся в грехах. Понимаете, такой амнистии в мире не существует нигде. Да? Я всегда вам в пример привожу. Ну, представьте, если убийца кого-то убил, искренне раскаялся, да, в суде оплакал свои грехи, ему говорят: хорошо, друг, иди на свободу, живи с обычными людьми. Понимаете, Бог именно так и делает. Да, это, например, если там, помните благоразумного разбойника? Ну, Господи, помяни меня, когда придешь во царстве Твоем. Он ему говорит: сегодня будешь со мной в раю. Это он говорит убийце и разбойнику, который справедливо на кресте умирал. Убийца и разбойник. Понимаете? А Бог говорит: все, за твое покаяние будешь со мной в раю. Просто такой амнистии, такой судебной системы в мире не существует. Вот, так что наш Бог наказывает, да. Но Он милует гораздо чаще, чем наказывает. Так, мнение, что человек сам делает зло, Бог пытается его спасти при любой возможности. Ну, это правильно. Бог пытается спасти человека при любой возможности, но Бог наказывает все равно.
То есть вы, это духовно-нравственное толкование, понимаете, приводится. Оно есть у святых отцов. И оно есть, но оно не исключает божественное наказание. Вот. Когда говорят, что Бог не наказывает, то человек сам себя наказывает, совершая грехи. Это мы из этим делаем Бога, знаете кого? Палача. Что делает палач? Палач берет топор и исполняет наказание. Получается, а если человек сам себя наказывает грехом, то он сам идет в ад, а Бог просто исполняет наказание. Говорит, ну хорошо, одни, значит, налево, другие направо. Но это тоже не любовь, понимаете? Не чистая любовь, вот, которую пытаются представить Бога, только как чистая любовь, которая, значит, не имеет функции судьи. Ну тогда нужно страшный суд из богословия просто взять и выбросить вообще. Зачем тогда мы исповедуем страшный суд? Мы символы веры читаем, да, мы говорим про суд Божий. В Священном Писании Христос говорит про суд, да, где будет плач и скрежет зубов. Почему Христос тогда не говорит, что суда не будет, что все будут прощены? Христос такого не говорит. То есть так верят только люди, которые не читали Евангелие. Не, ну представление о Троице мы не будем рассматривать в этом фильме, потому что там, понятно, это чисто человеческая интерпретация, да, там негр, там, значит, женщина, там, понятно, женщина, почему, потому что общество у нас сейчас все помешано на феминизме, это ладно, вот, это все ладно, как бы это все такая чистая, это, ну, художественный замысел, это можно простить, меня вот больше богословская составляющая беспокоит этого фильма, то есть, как бы, да, утешение может быть какое-то для человека, кто в сложной жизненной ситуации оказался какой-то, то есть, да, это духовно-нравственный аспект там присутствует. Очень, очень важный, очень глубокий. Но вот именно в этом отношении у нас не проговорено. Ну, а, кстати, насчет Осипова привели. Насчет Осипова была богословская комиссия, где все его заблуждения рассматривались. Можете почитать в интернете. Официальная комиссия была по поводу того, что он говорит. Он, конечно, с ней не согласился абсолютно, но как факт. Опровергнуть ему было особо нечем. Вот. Так, ну, я думаю, про Гедеона мы закончим. Очень много времени потратили на обсуждение фильма «Хижина». Давайте про Авимелеха немножко поговорим, да? Заговор Авимелеха с сихемцами, да? Вот. Ну, что... Ну, сын Гедеона от наложницы, Авимелех, естественно, славное прошлое отца, который победил, значит, амадианитян, да, вот, хотя был самый младший, самого слабого колена, да, сказать, малочисленного колена израильского, и хоть сомневался, и хоть боялся, да, по-человечески, это, видите, Библия это не скрывает, Библия не скрывает слабости человека, это не такая сказка, знаете, что все такие замечательные, святые, прям вот, аж блистают добродетелями, то есть человеческий аспект существует, да, в Библии, это очень важно для нас с вами, это очень человечно, то есть мы можем это к себе применять. Это важный момент. Вот. Дальше другой человеческий аспект, Авимелех. Естественно, он видит, что есть другие государства, в них есть цари. Да, у царей дети наследуют власть. Он был сыном наложницы. То есть, как бы, законных прав он не имел. Он не был сыном законной жены, то есть он был рожден от наложницы. То есть, видите, моногамия тоже была не всегда. И он, значит, подговаривает жителей Сихема для того, чтобы получить власть в свои руки. Ну, Сихем, потому что это был такой значительный центр религиозный еще со времен Авраама, располагался в такой узкой долине между горами Горизим и Гевал, она называется горы проклятия, гора благословения, где при Иисусе Навине вот эти были произнесены знаменитые проклятия и благословения. Значит, кроме того, это был такой пункт такой стратегический, то есть Авимелех тоже не случайно его выбрал, военный, то есть там сходились дороги, там дорога тянулась вдоль центрального хребта. В общем, место было достаточно удачное для того, чтобы начать какие-то действия со своей стороны. Вот. Он за серебро нанимает себе праздных и своевольных людей, то есть бандитов, по сути. Вот, да. И в первую очередь задача была убить 70 сынов Иеровоаловых. И это кровавое дело не совершают. То есть нужно было убрать конкурентов, всех князей, так сказать, да, для того, чтобы он один остался, имел право на престол, так сказать. Да. Но так как царей-то не было, в принципе, прав-то он не имел. Ну, его это не останавливало. Только вот один младший сын Гедеона, Иоафам, он смог скрыться. Остальные были убиты. То есть он, в принципе, устранил всех конкурентов. Иоафам обращается к сихемцам. Он обращается к ним, значит, как сказать, да, на Горизиме, на выступ становится, обращается к людям, говорит. Его можно было слышать довольно-таки далеко. Голос у парня был громкий. И он, значит, излагает первую из немногих записанных в Библии басен в прозе. Такие коротенькие интересные рассказы, в которых животные там или такие предметы, как деревья, да, они персонифицированы. То есть он в образах показывает людям несправедливость действия Авимелеха.
цель, конечно, дать отчет Богу в том, что послушайте меня, да, говорит Господь, и послушать значение, и да услышит вас Бог. То есть, чтобы, зачем мы поставили на собой убийцу? Так делать нельзя. Вот. В последнюю очередь обратились деревья к терновнику, да, там еще, значит, идут примеры, ну, деревья, какие там, образы басни, да, прозрачны, конечно, я сейчас перечислю их, да, деревья, которые искали себе царя, получили отказ, там, от маслины, от самого древнего из деревьев, да, вот, от фигового дерева, одного из самых распространенных, и от виноградной лозы, вот, и они обратились к терновнику, да, то есть здесь по терновникам, видимо, Авимелех, и терновник, значит, захотел, чтобы все деревья покоились под его тенью. То есть, такой вот образ явный, конечно, лицо. Ну и так далее, в общем. То есть, он, с одной стороны, поучает их, как Христос, да, говорит притчами. С другой стороны, призывает их слушать Бога, а не идти за убийцей. Ну, как мы понимаем, что из-за того, что он убегает в Биер, сам Иофам, да, люди его не послушали. Люди его не послушали, потому что они тоже, наверное, хотели по-человечески царя себе. Именно царя, который их поведет дальше в бой. То есть, как бы на Бога они особо не надеялись. Понимаете, почему они пошли за Авимелехом? То есть, казалось бы, зачем идти за терновником, да? Есть же люди гораздо более благонадежные, не праздные, да, то есть сильные воли, решительные, талантливые. Зачем идти за таким человеком? Еще который подговаривает каких-то людей с дурной репутацией. То есть, ну, явно, как бы, не очень хорошо. Ну, тем не менее, мы видим, что вот злая сила, которая контролировала и сихемцев, и самого Авимелеха, она вела людей дальше в погибель. Вот. Марина, если у вас есть вопрос, задавайте его здесь. Либо в комментариях, в постом, который я пишу. Ну, мы видим, что Авимелех все-таки одолевает Гаала, да, совершает некоторые военные победы, но это, конечно, не удаляет его гнева, он идет дальше. Не знаю, нужно вам рассказывать это или нет, все в подробностях. Ну, давайте, ладно. У нас, в принципе, времени осталось не так уже много, чтобы нам успеть с книгой с фессалоникийцами. Вот. Значит, что... Ну, ладно, вкратце расскажу. Значит, Зевул, градоначальник, да, так называемый, он, узнав, значит, про все это дело, он воспылал гневом, значит, да, и поставил о мятежниках в известность Авимелеха. То есть, вот, и начинает, так сказать, предлагая предложение царю о том, что он вывел тайно свои войска в поле, вот, и убил мятежников против себя, да, убил этого Гаала, который пытался сокрушить вот Авимелеха. Вот, Авимелех так и делает, он свои войска в засаде разделяет на 4 отряда, с рассветом он спускается, видимо, с горы Горизим и городу. А Гаал в это время он стоит за воротами Сихема. Вот. И видит, что необычайное движение происходит военное, понимает, что значит, происходит что-то неестественное, но ему говорят, что эта тень движется от горы, не обращая внимания. Вот. Но когда, конечно, к Сихему уже подошли люди, все стало понятно, что их обманули. Вот. И, так сказать, приходится им сражаться с Авимелехом, жителем Сихема, но Авимелех наносит им сокрушительное поражение. А сам возвращается в Аруму. То есть вот так вот он подавляет восстание против самого себя. Вот. Ну, гнев, конечно, он свой не утоляет, потому что жители Сихема многие были наказаны. Вот. То есть просто убивали беззащитных людей, даже вот, земли, пастбища, которые были, они их, значит, засыпали солью. Ну, смерть, мы знаем, что у него была позорная. В Тевеце. Вот после того, как Авимелех разрушил Сихем, по большому счету, он насадил город Тевец, взял его, вот, и хотел, наверное, подвергнуть его той же участи, сжечь его крепостную башню, значит, и разрушить его. Но когда он к башне пришел, какая-то женщина сбросила ему вот осколок, да, мельничного жернова прямо на голову. Вот так вот, увесистый камень, и просто, ну, по сути, проломил ему голову, потому что, видимо, высоко летело. Вот так он бесславно, он начал умирать, и он просит своего оруженосца Саула, чтобы тот его пронзил, чтобы не быть убитым от руки женщины, потому что это считалось позором. Вот. Вот таким образом проклятие Иофама, который, да, говорил о том, что вот вы выбрали этот терновник, оно сбылось на Авимелехе. Да. Вот, да, ну что по поводу вопросов, дорогие мои, вы, пожалуйста, не обижайтесь, потому что действительно директ забивают каждый день в большом количестве, и я вот вам что скажу, большинство вопросов, которые пишут в директ, они в принципе могут быть заданы священнику лично.
То есть меня потом, честно говоря, удивляет, когда люди, которые давно подписаны на страницу батюшки, они вот, начинают постоянно задавать вопросы там, по 20 раз. Вот. То есть, как бы казалось бы, даже если вам вот, если стесняетесь задать вопрос священнику лично, да, можно в Инстаграме задать, можно в прямом эфире там, или в комментарии написать какой-то личный вопрос. Но если после этого человек он снова задает вопрос, вот, возникает, естественно, у меня непонимание, честно говоря, почему, что тебе мешает сходить в храм и задать вопрос священнику лично. Вот. То есть, как бы, вот, если этот психологический барьер преодолен, да, вот, и задать вопрос священнику лично. Понимаете? Вот это же гораздо лучше, ведь цель ведения инстаграмов батюшек православных, не чтобы они отвечали на все ваши вопросы, а чтобы вы вышли в свои храмы и там спрашивали, задавали вопросы своим священникам. Вот. А если, конечно, какие-то конкретные вопросы есть сложные, да, для обсуждения, их можно обсуждать. Но в инстаграме на духовные вопросы не ответишь. Понимаете, люди иногда часто пишут, что вот там муж там пьет, там еще что-то. Ну, что батюшка в интернете может предложить насчет того, что муж пьет? Вы всех деталей ему не расскажете, понимаете? Поэтому вот это желание написать лично батюшке, что-то спросить там в директ, ну, это какие-то вопросы общего характера, может быть. Там, я не знаю. Даже это не вопрос подготовки к причастию, это не вопрос подготовки к исповеди, там, не знаю. То есть это какие-то вопросы достаточно общего порядка, понимаете, которые в интернете нельзя найти. Там, ну, вплоть до того, что батюшка, что взять с собой на крещение, например. Да, к примеру, то есть, ну, вот мы не знаем, хотим там. Или можно, например, на крещение взять близкого родственника. Вот мы готовимся, там, вот у нас там, через месяц крещения, да, мы хотели бы узнать. То есть какие-то такие вопросы. А когда люди пишут, там, например, пьет муж, там что-то такое вот, и здесь общим не ответишь, потому что ситуации разные бывают. То есть здесь нужна личная беседа священника с человеком. Понимаете? То есть вы это не идеализируете интернет. В интернете не даст вам ответ на все вопросы. Но на вопросы общего порядка можно отвечать. Вот. Но я на вопросы такие духовного порядка. Я, конечно, пытаюсь отвечать, но. Вы поймите, это невозможно. Это занимает очень много времени. То есть здесь священники сидят, они по доброй воле сидят. Никто не заставляет это делать. У меня в день на Инстаграм уходит несколько часов. Понимаете? Вот. Ну, профессор Никитцев, не знаю, что, конечно, успеем, что не успеем. Ну, что все сказать, что, конечно. Салоники, они находятся где-то 100 километров от Афин, да, то есть как бы это рядом с Афинами, да, есть одна из, так сказать, столиц, можно сказать, знаменитых. И по сей день там сейчас сохранятся, например, в Фессалониках мощи Дмитрия Солунского, есть ряд чудотворных икон. Вот, то есть оно не потеряло свое духовное значение и по сей день. Вот. Но вот в то времена. Именно к Солунинам апостол Павел написал самые первые свои послания. Вот, причем довольно-таки искренние и наполненные такого апокалиптического духа, связанного с концом света. И вторым пришествием. И мы сейчас будем про это говорить. Я попытаюсь вкратце. Да? Вот первый вопрос был описание конца света в обеих книгах. Я назову вкратце просто признаки второго пришествия. Их можно выделить, в принципе, четыре. Четыре принципа общего. Хотя у святых отцов и даже Иоанна Богослова там, в книге Откровения разные вещи приводятся. Вот. Это усиление зла и отступление от веры. Это отъятие удерживающего некоего. Появление Антихриста и воскресение мертвых. То есть конец света, который возникает. Да, возникнет в дальнейшем. Ну, зло мы видим усиливается и сейчас. Но люди многие, значит, видя какие-то войны, усиление зла, говорят, вот скоро конец света. Да, то есть, ну, Антихриста еще нет. Мертвые не стали воскрешать. Там пророки не пришли. Да, по конца времен этого нету еще. Но люди говорят, вот уже конец света. Кто-то там землянки роет. Кто-то там, значит, шарахается от чипов всяких, да, вот, от штрих-кодов, ну, в общем, люди начинают потихонечку сходить с ума на этой почве. Ну, самое главное для нас что понять? То, что, конечно, когда наступит конец света, мы сами не ошибемся. Понимаете? То есть достаточно много признаков конца света, при общем, да, как вот было творение мира, при общем ликовании утренних звезд, и все сыны Божьи восклицали от радости, так в конце тоже Господь придет во славе, вот при вострубении, там, да, вот, то есть трубы прогремят, то есть все про это услышат, все увидят крест на небе, то есть он будет виден везде, мертвые станут появляться, да, вот, то есть, в общем-то, ну, будут происходить вещи сверхъестественного порядка. И, конечно, мы с вами понимаем, что сейчас пока этих вещей не происходит. Но отступление от веры и усиление зла, оно, в принципе, имеет место в истории периодически. Вот. Поэтому, наверное, христианская вера, да, она имеет какую-то некую сдерживающую силу.
Но отступление, конечно, идет и внешнее, и внутреннее, то есть усиление религиозной розни. Вот вы спрашиваете там про спасение, да, про православных, про католиков, про протестантов. Вы видите, что между людьми, которые называют себя христиане, между ними самими нет мира. Понимаете? Ну, я сейчас не буду обсуждать все эти условия, там, кто там от кого откололся, да, в каком веке, но мы видим, что даже между людьми, которые считаются учениками Иисуса Христа, нету полного единомыслия, и нету полного молитвенного общения. То есть разделение внутреннее, есть разделение внешнее. То есть враги внешние, есть враги внутренние. Вот, собственно говоря, и вот это и есть проблема, да, которую вы обозначили. Вот. Ну, а уже сын погибели, дьявол, антихрист, сатана, да, которого мы называем, который сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога, да, человек, получивший от сатану некую силу, вот, он будет знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением ловить тех, кто не принял любви истины для своего спасения. Таковым не принявшим любви, но возлюбившим неправду, Богом будет дано попущено впасть в действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Такие дела, понимаете? То есть можно верить, некоторые люди верят в дьявола, некоторые люди думают, что верят в Бога, но по сути они начинают верить в ложь и не отличают черное от белого. То есть такое вот дьявольское обольщение. И тайны беззакония уже в действии. Вот. Но фессалоникийцы не знают от апостола Павла еще со времени его пребывания у них, что именно не допускает открыться ему антихристу. Вот по толкованиям этот удерживающий фактор – это законная государственная власть, не допускающая хаоса и анархии в мире. То есть пока вот все-таки законы государства есть, этой анархии в мире не будет. То есть таким образом, пока не будет проповедано Евангелие по всему миру и не будет взят от среды удерживающий теперь, по толкованию святых отцов, это Дух Святой, да, то есть пока действие Духа Святого в мире не умалится окончательно, вот, время конца света, оно еще не наступит. Когда же Христос явится во славе, как говорит Павел, он убьет Антихриста духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Вот, то есть такие вот дела. Коран не имеет никакого отношения к Библии. Вы не читали ни Библию, ни Коран, Алена. Абсолютно. Я читал. У меня на полочке даже Коран стоит. Вот, кстати, да, это ведь ересь экуменизма, на самом деле, что все религии равны, значит, просто Бога все познают по-разному, это ересь экуменизма, это как раз вот об этом и говорится, что люди будут верить в лжи, о том, что будут внутренние разделения между людьми, понимаете? То есть даже будут верить в ложь. Почему верить в ложь? Потому что один Христос, одна церковь, понимаете? Один Христос, одна церковь, сам говорит. Господь сам говорит, я путь, истина и жизнь. Ну, то есть один Христос, одна церковь, понимаете? А не много церквей. А у нас сейчас сколько церквей? Тысячи. Понимаете? Вот. Но я так думаю, что если человек ищет, то Дух Святой ему подскажет, где найти. Вот я вам уже приводил, в пример, вот, знакомую протестантку из Америки, которая если долго искала, она даже является до сих пор моей подписчицей. Вот, она была протестанткой долгое время, но вот, попросили стать ее крестной. И как-то, видимо, в храме не уследили, что она протестантка. Но она крещенная была, в православии, все в порядке. Вот, и она на крещении, на церковно-славянском языке стояла, слушала и поняла, что здесь присутствует Господь. Вот так вот стала искать Бога в православных храмах. Не сразу нашла, с третьего раза, только с третьей попытки. Познакомилась с батюшкой, пообщалась. Вот, и он сказал ей после, значит, после вечернего богослужения, ну, поисповедуемся, вот вы готовы, значит. Ну, она пришла, служба долгая, ничего не понятно, скучно, желание уйти, ну, я же, говорит, уже как бы пообещала батюшке. Вот. К исповеди подходит, начали слезы литься глазами, ручьями, да, вот из глаз, понимаете, человека. То есть произошел момент вот встречи с Богом, хотя она ходила к протестантам, понимаете, столько времени, и ни в одну церковь даже. То есть искала Бога, то есть чувствовала, что здесь говорят о Христе, здесь говорят о Боге, то есть искала сердцем истину. Но внутренний переворот в ее душе и настоящее обращение к Богу произошло в православии. Вот так. Поэтому, когда говорят, что как бы вот все религии равны, ну, на законодательном уровне, да, все религии равны на законодательном, но на духовном уровне совершенно не равны. То есть, и это вопрос границы церквей. У протестантов, например, у них нет границы церквей. То есть у них нет этой границы. У них вот как бы без разницы. Ты спасешься везде, если ты веришь в Христа. В Библии так не написано. В Библии как раз границы церкви определяют священачальным. Апостолы рукополагали епископов, священников, диаконов. И у нас это в православии, это преемство сохранилось до сей поры. Понимаете? Поэтому наше преемство, оно в видимых границах находится. У протестантов нету этого преемства. То есть мы можем проследить от апостола до современного епископа, кто кого рукоположил, понимаете, кто кому передал благодать Святого Духа. Они, у них этого нету. Они вообще появились там 300-400 лет тому назад. А православие 2000 лет как было, так и продолжает жить. Католики в 11 веке появились. Вот. Кто древнее, тот и прав. Поняли? Вот так.
Да, но я уважаю протестантов, католиков, как бы, они тоже ищут истину, они тоже пытаются ее познать, и это не означает, что они в ад попадут, понимаете? Вот. То есть, даже если человек, он не является православным, да, это не означает, что он априори попадает в ад. Потому что про это мы не можем утверждать, мы же не боги, чтобы так говорить. Вот. Но почему не можем так говорить? Потому что все будут судимы по одному закону. По одному закону Божьему. И православный, и католик, и протестант. Но если ты живешь в Святом Духе, скорее всего, ты будешь праведным человеком, ты сможешь исполнить закон. Если же ты вне Святого Духа, просто знаешь о Боге, имеешь какое-то знание, представление о нем, скорее всего, ты этот закон не сможешь исполнить. То есть, реально рискуешь попасть в ад. То есть, как бы, вот да. Вот если прямо говорить. Но язычники тоже естество законное творят, говорил апостол Павел. То есть, все судимы по одному закону. Ну и вообще Христос сказал, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное. Как нужно принимать Божье Слово? Второй вопрос. Очень такой, да, термин точный. Вот. Апостол говорит, посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье. Каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих, ибо вы, братья, сделались подражателями Церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса и пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся. Это к вопросу, что все религии равны. Апостол Павел говорит, что не равны. Вот очень там нелестно говорит про иудеев, хотя он был, так сказать, да, законоучителем, да, его раввин учил, Гамалиил. То есть, в общем-то, собственно говоря, он был из иудейской среды. Да, такие вещи про иудеев говорит. Видите, он не говорит, что все религии равны, вы можете ходить в синагогу. Нет этого апостола Павла. Он говорит, что Слово Божье нужно верить поистине. Да? Не так, как оно пришло от людей, а то Слово, которое пришло от Бога. То есть, когда говорят, что все религии равны, там, например, да, вот, границу церкви нет, то это Слово человеческое, в Библии про это не написано. Этому верить нельзя. В Библии сказано один Бог, одна церковь, один Христос, один Спаситель, один Мессия. Все. Понимаете? То есть, это Слово Божье. В это мы можем верить, потому что это не человеческое. Если верим в человеческое, то мы будем заблуждаться. Вот мысль апостола Павла. Там прямо, так сказать, Библия в ответ на ваш вопрос про других христиан. Ну, люди, которые, знаете, задают эти вопросы, они обычно задали вопросы и ушли. И пошли к другому батюшке, тоже вопрос задали. Вот. Я уже говорю, я уже начинаю ники с аватарками запоминать. Одни и те же вопросы, одни и те же люди приходят. Человек просто сам разбираться не хочет, к сожалению. А вопросы, ну, просто время отнимает, и все. Так, ну, дальше пойдем, потому что у нас времени очень мало. Да. Так, я говорю про принятие Божьего Слова, да? Вот. Ну, в любом случае, всякое Божье Слово, оно в какой-то степени это пророчество, да? То есть, можно так сказать ведь. И поэтому к нему должны относиться с уважением, да? Но, пророчество бывает разное. Бывает просто Писание, да, например, дает Бог. Истинное Писание. Вот. То есть веришь ты в Библию или не веришь в Библию, как Слово Божие. Второе такое маленькое испытание для человеческой веры может быть личность Иисуса Христа. Не все хотят верить в Христа. Некоторые, например, вот, да, вот женщина писала сейчас, Коран в Библии одно и то же, например. Вот. То есть такие вот дела. Да? И они вот люди считают, например, что вот Христос, там, например, там, не знаю, Будда, Мухаммед, там, это одно и то же, как бы неважно. Да? То есть вторая проблема испытания для веры это принять вот, Слово Божие о Христе как Сыне Божьем. Вот это второе, это сложнее, да? Вот. Третье, это признать, что Евангелие является свободной, спасающей благодатью через Христа, только через Христа, то есть только через одну церковь, через одного Бога. Это тоже невозможно принять вот, для человека. И четвертое, конечно, это знание личности говорящего. Когда Господь говорит, да, берегитесь уже пророков, предупреждая, что это волки, переодетые в овечью шкуру, он добавил, по плодам их узнаете их. Так что это серьезный довод, чтобы не слушать посторонних, потому что, конечно, люди верующие, они легковерны, да, сильно, но мы все должны сверять с Божьим Словом, а не просто вот, легко вот так вот воспринимать все, что нам говорят и влагают в наши уши. Потому что дьявол, он как это, как лев, только еще, он всегда ходит и ищет, кого погубить, и мы должны проявлять мудрость вместо безрассудства. Вот. Еще был у нас вопрос о чистоте и братолюбии.
Павла. Это такая, знаете, нравственно-догматическая часть Писания. Апостол говорит как? Воля Божия есть освящение ваше. Да? Ибо Бог призвал вас не к нечистоте, но к святости. Это 4 глава, 3-7, 3-7 по 7 стих. То есть назначение христианина святости. Понимаете, чистота, святость. Не хорошесть, там, не стать чуть-чуть лучше, а святость. Ни больше, ни меньше. Вот. Поэтому призывает воздерживаться от блуда. Каков порок, вероятно, оставался у них еще с времени призывания в язычестве. Вот. Ибо язычники не считали блуд пороком. И сегодня тоже многие оправдывают блуд, говорят, что естественно, то не безобразно. Очень удобно так, наверное, жить, да? Конечно, речь идет о прелюбодеянии, да? То есть не нужно поступать с братом противозаконно, не завладевать его собственностью, привлекая к себе его жену. Вот Златоуст пишет: прежде говорил апостолам, апостол о блуде вообще, а здесь говорит о прелюбодеянии. Любодействовать не должно ни с чужими женами, ни с незамужними. Бог мститель есть за все беззаконие, особенно за дела блудные, потому что ими больше всего унижает человек образ Божий, по коему создан. Вот апостол напоминает, что заповедь о чистоте, она божественного происхождения, потому кто ее отметает, тот не человек отметает, но Бога, оказывает неуважение и презрение Богу, давшему нам Духа Святого. Вообще, послание к Солунинам страшновато читать. Вот. Да. Потому что очень много таких апокалиптичных вещей, и апостол так вот прям по самым главным порокам проходится. Вот, ни слабо, ни хило. Вот. И, конечно, когда начинаешь читать, ты понимаешь, что все-таки наш Бог, он Бог праведный, Бог ревнитель. Ревнитель правды. Вот, кстати, я вопрос вам задавал, какой силой Гедеон все-таки смог из колена восстать и пойти повести весь народ свой. Да? Он, Господь сказал: бери эту силу и иди вместе с ней. То есть он сказал ему: иди вот с этим чувством правды. Да? Он говорит: Господи, а как же я вот смогу, там я человек из простого рода и племени, но вот почему ты не спасаешь нас, народ, а вот почему ты вот не это не делаешь? Бог говорит: о, вот с этой силой иди и спасай народ. Понимаете, с этим, с чувством правды Божьей, что должно быть иначе. То есть иди реализуй правду Божию в своей жизни. Понимаете? Вот Ветхий Завет, казалось бы. А то, о чем говорит апостол Павел, мы видим в примере Гедеона. Он взял и пошел Божью правду реализовывать. И иноземцы были уничтожены. Вот видите? Вот, то есть, как бы, да, действительно, Библия это не та книга, которая написана там для кого-то там. Да? Она написана для нас. И все ее представления, их можно реализовывать в обычной жизни. И даже нужно, иначе это просто будет информация. Да, или какая-то древняя книга, которую никто не читает. Вот. Практические советы для христианина был четвертый вопрос. Я спросил, вообще реально это или нет. Ну, это вы сами решите, я просто зачитаю их. Вразумляйте бесчинных, умоляю вас, братья. Утешайте малодушных, поддерживайте слабых. Будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Эх, это сложно, да? Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова воля Божья во Христе Иисусе. Духа Святого не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Вот именно удерживающий от порока, от зла, от дьявола и удерживающий мир от вселенской катастрофы Дух Святой. То есть все эти практические советы, они к чему направлены? К тому, чтобы в нашей жизни был удерживающий Дух Святой. Вот можно, конечно, вы можете почитать толкование Златоуста. Вот, очень подробно он по каждой проходит. Или Феофана Затворника, очень интересно. Он прям по каждой фразе апостола рассказывает. Ну, в общем говоря, все это непрестанная молитва, доброделание к другим людям. Короче говоря, хорошие поступки, они не самоцель. Они смысл в том, чтобы в нас действовал удерживающий Дух Святой, утешитель. То есть не добродетели цель жизни христианина, а Дух Святой, стяжание благодати Святого Духа, как писал еще вот батюшка Серафим Саровский. То есть, поэтому если ты живешь в Духе Святом, ты и не согрешаешь. Это есть, так сказать, то назначение к чистоте, к святости, да, через братолюбие, про которое говорит апостол Павел в послании к Фессалоникийцам. Пятая тема, вот христианское понимание страданий и скорбей, это, наверное, самое главное препятствие на пути вот к этой, к этому Святому Духу, понимаете, к нашему, который нас помогает, который нас удерживает вот, от греха. Вот. Апостол Павел, вот в его наставлениях, оно содержится утверждение, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. То есть тема скорби, тема оскорбления, испытания, она присутствует в жизни христианина. То есть это как корабль, знаете, плывет, и вот как скорби или там злые люди, это то, что пытается наш корабль опрокинуть. Поэтому апостол говорит: молитесь за своих врагов. Молитесь. Если не можете даже простить обиду, вы молитесь. Вот, дорогие мои, так вот кратенько, сжатенько, но насыщенно, надеюсь,
мы с вами прошлись. Наш эфир подошел к концу. Я всем желаю ангела-хранителя, доброй ночи, помощи Божьей в постижении Священного Писания. Спасибо, Господи.